премьер-министра и новой «Лады Гранта» началось без лишних церемоний. Смерив машину взглядом бывалого автомобилиста, Владимир Путин первым делом попытался открыть багажник, но тот почему-то заклинило. На помощь тут же подоспели разволновавшиеся директор «АвтоВАЗа» и губернатор Самарской области. Подергали – не получилось. Интерьер салона, новинки российского автопрома, Путин тоже оценил лично, а потом и вовсе пересел на водительское кресло. Правда, завести машину с первого раза тоже не удалось. «Ладу Гранта» можно назвать...